Внимательно послушайте все. Послушайте все. У меня был кипиш с Зейналом Магомедом. Это наша личная проблема. Человек задел мое родное в прямом эфире. То, что было на хардкоре, он меня с 8 вечера до 5 утра набегал на меня, бил в клетку. В итоге я ему сказал, давай встретимся на следующий день. Я ему оставил номер. Он мне по телефону говорит, хорошо. В итоге я приехал, поговорил с Люблино в клетке. Я выхожу, и он говорит, я хочу сейчас разобраться. И вот видео началось. Я говорю, я тебе оставил номер, телеграм, ватсап. Он говорит, давай сейчас. Я говорю, давай, выйдем, поговорим. И он говорит, что у тебя, очко сжалось? И это не из-под тяжка. Давай разберем это на конференции. Хорошо. Да, Фарид, для того, чтобы я для всех хочу сказать, что у нас спортивная организация. Мы призываем всех к спорту, решать все свои конфликты именно в октагоне. Еще раз всем мира, добра и любви. Фарид, я тебе еще раз поздравляю. Ты красавчик. Да. Двигаешься в правильном направлении. Очень трудно просто будет вникнуть во все людям, которые нас первый раз смотрят. Но на конференции мы это обязательно разберем.